Группа «Илим» работает в условиях постоянного усиления конкуренции, инфляции и роста затрат. Чтобы обеспечить стабильное развитие компании, необходимы общие усилия и новые подходы. Усилия каждого из нас, направленные на постоянные улучшения всех процессов, способны повысить эффективность работы компании и вывести ее на новый уровень развития. Совершить эволюцию группы «Илим». Каждый работник компании может предложить свои идеи улучшений благодаря проекту «Илим Эволюция» и «Фабрика идей». Идея – это простое предложение по улучшению, без сложных расчетов, большого количества деталей и глубокой проработки. Каждая идея должна быть обоснованной и реализуемой. Идеи должны быть направлены на оптимизацию процессов, снижение затрат, увеличение объемов производства, минимизацию воздействия на окружающую среду и так далее. Особенно важны идеи, связанные с неценовыми улучшениями. Есть три способа подать свою идею. Опустить свое предложение в специальные ящики «Фабрика идей», указав свои контактные данные. Направить предложение по электронной почте на один из специальных адресов. Занести идею в специальную базу идей. Подробности можно узнать на внутреннем сайте компании. Каждая идея проходит несколько этапов рассмотрения экспертными советами. Авторов идей, принятых к внедрению, ждет не только всеобщее признание, но и денежное вознаграждение. Идеи, по которым будет сформирован проект, и автор, который будет его участником, сможет претендовать на дополнительную проектную премию. Все подробности на внутреннем сайте компании в разделе программы «Илим Эволюция». Предлагайте идеи, реализуйте улучшения и развивайтесь вместе с вашими проектами. Ваши идеи, ваши проекты, ваша собственная эволюция. Эволюция «Илим».